как раз для тех, которые не совсем сербы и не совсем русские, какая разница, люди. Для представителей армянской нации, которая очень музыкальная и где-то нам, и русским, и сербам очень близка, был такой Карапетян, и эту мелодию я услышал в 90-91 году, и, конечно, был поражен. Мне кажется, это самая красивая армянская мелодия, это вывод невесты, как, когда его выводят из дома, да, на свадьбе. Каро Карапетян. Ha ha ha.